Всем привет, друзья! Вы на канале Первый уровень. Мы продолжаем проходить Painkiller. И надеюсь, что сегодня я буду меньше страдать, чем в предыдущих частях, но это маловероятно. Сегодня у меня выходной, в принципе, набрался я сил, вроде как плюс-минус выспался, так что я надеюсь, с удовольствием пройдем сейчас уровень. Тем более, плюс-минус я помню заснеженный мост, который сейчас нас ожидает. Но перед этим я куплю карту за 200 золота ярость. А карту только одну, да, можно использовать? Так. Мне почему-то... Ну ладно, окей. То есть ее можно несколько раз, да, получается, использовать. Просто у меня предыдущая была на бронь карта, и она сейчас почему-то недоступна. Перечни карт. Странно. Ну ладно. На всякий случай ярость. А, выносливость. Окей, вот она стоит. Повреждение два раза уменьшает. Так, допустим. Берем ярость. Вставляем сюда. Ну, отлично. Отлично. Косарь, еще золото есть. У меня про запас. Нужно признать, что вообще вот этот такт второй мне нравится гораздо больше в плане дизайна уровней. Так, что от нас тут требует? Найдите все секретные области. Но это нереально. Просто если следить за нашим каналом, посмотрите шорты хотя бы секретки первого уровня. Вот в самом-самом начале. Вот честно признайтесь, кто из вас знал все эти секреты? Я думаю, мало кто из вас знал. 204 монстра тут будет. Лютый замес. Ну ладно, погнали. Слушайте, а там... Так, это ниндзя. Ну, с мечами. И, в принципе, это не особо страшно. Ну, лично для меня. Потому что в опере ниндзя были куда больше проблемы, когда швырялись звездочками. Так, я хочу еще сюда залезть. Это ведь можно сделать? Да, вот так вот в распрыжку. Здесь такая своеобразная, если честно, система прыжков. Ну, там, по всей видимости, секрет у нас. Мне нравятся вообще заснеженные уровни, снежные локации. Я, конечно, немножко поищу секреты, но это маловероятно, что я их найду. Но это ж не секрет, например, вот это вот. Нет. Давайте сюда пройдем. Так, окей. Давайте попробуем. А, это секрет, слушайте. Ну вот такой первый секрет. Но если подобного рода будут секреты, я в принципе могу их находить. Но если какие-нибудь замудренные, то я не уверен. Так, погнали дальше. Пока что этот уровень по числу соперников самый большой. 200 соперников еще никогда мне не встречались в Painkiller.
Напоминаю, что мы играем на уровне безумия. И нам любезно подсказал Тарков щит. Кстати, привет ему, если смотришь этот видос. Что, играя на безумие, соответственно, во-первых, как я и предполагал, нельзя собирать души. А во-вторых, нельзя, ну как нельзя, во-вторых, нельзя будет, да, заценить часть контента, затопленный город и еще несколько уровней. Потому что их попросту на безумии не будет. Я еще думал, что концовка будет иная, но опять же таки сказал Тарков щит, что концовка не изменяется от степени сложности игры. Вот такой, собственно, ниндзя более сложный для меня, который стреляет звездочками. Ну, то, что чуть короче будет игрушка, может, даже на руку. Знаете почему? Так, мне здесь интересно пройти. Не пройти. Ну ладно, там броня, наплевать на нее. В целом у меня 100 брони. Потому что нам нужно успеть до релиза. Так, ты будешь подниматься? Не хочешь подниматься? До релиза Робокопа максимально пройти Painkiller. Смотрите. Ох ты, пипец. Ну это жестко, конечно, они меня этой бочкой рубанули. Короче, идея в том, что до релиза Робокопа нам нужно максимально пройти Painkiller. Ну, вроде мы справляемся так потихонечку. Уже второй акт во все. Блин, вот эти вот. Держи. Так, хорошо. Сейф. А вот эти ниндзя, конечно, доставляют проблем. Так, а здесь нет секрета никакого, случайно. Ладно, я не буду прыгать на эту основу. Так уж и быть. Жалко, мне вниз особо нельзя посмотреть. Да вы прикалываетесь. Давайте сами спрыгивайте. Кто на меня эти бочки? О, новый тип оружия, кстати говоря. А, это... Мне показалось, что это такие, знаете, сюрикены выпускают. Прикольные. Сейчас заценим. Поднимаемся еще выше. Казалось бы, куда выше, но мы все забираемся, забираемся. Смотрите, какие виды. Ну, прикольно. Ладно. Интересная баллистика у этих звездочек. Ладно. Нас уже с этой стороны кто-то дамажит. Так, а как к тебе забраться-то? Я не особо понял. А, ну вот так вот, окей. Не, все равно он не хочет забираться. Куда бы забраться? Ну, я предполагаю, нужно спускаться, наоборот. Забраться туда нам не дадут. А спускаться я только один вид.
И вариант вижу, это вот так вот. Правильно, я думаю? Ну, судя по всему, да. Не знаю, насколько это надежно. По-моему, абсолютно ненадежно. Ну, вроде как... Не. Не очень надежно. Спускаемся. Чтоб такую взять-то, блин? Ну... Наверное, гвоздомет возьму. Мне кажется, там лютый будет замес. И вот... Гвоздомет, говорю, коломет. И, короче... У него есть бомбочки. Гранаты. Которые... Нам должны помочь. Но я не уверен, конечно. Ладно, погнали. Хреново я стреляю, что я могу сказать? Хорошо, они прыгают. Так, держите гранатку. Ха-ха. Ну вот это неплохо, окей. Так, идите вы нафиг. Все, я отсюда... Что вообще началось? Держите. О, там замес пошел. Держите гранат, ребят. Так, вот это хорошо было. Мне понравилось. Этот отрезок я неплохо прошел. Они тоже меня, кстати, не могут нормально попасть. Ну, пока я справляюсь, но, если честно, тяжело. Их очень много. Так, кто-то там харакири сделал. Вот это, короче, большой рыцарь, он может харакири делать и взрываться. Так, еще будут? Так, ну с этой стороны, по-моему... Что ж такое-то? По ним крайне сложно попасть, если честно. Так, взорвался опять этот рыцарь большой. Так, готов. Здесь кто-нибудь появляется? Ну, вроде бы нет. Ладно, можно передохнуть немножко, если честно. Главное, чтобы мне никто за спину там не появился. Так, готов. Так, а ты откуда? Что, приколись, что ли? Ладно, смотрим, где они там будут появляться. Главное, патроны мне не дают. Ничего не дают. Готов. Готов. Может взять, знаете что? Немножко вот это оружие использовать. Почему нет, как говорится. Так, бочки я на всякий случай уничтожу, потому что они еще взорвутся у меня перед носом. Монетки пособираю. Ну, в целом, мне кажется, я первую волну прошел. Так, хорошо. Берем патрончики. Все, отлично, мы дошли до сейва. Ну, могу сказать, что еще впереди столько же монстров.
Единственное, знаете, я вот туда дойду сейчас. Пособираю монетки. Я, конечно, могу карты использовать. Но пока не использовал. Так, отлично. Большой уровень. Патрончики, кстати говоря. Я их возьму. С удовольствием. Ага, на вагонетке можно, да, прокатиться? Ну, допустим, а там что у нас? Может, тут секрет какой-нибудь? Мне ж не лень сюда дойти. Так, давай запрыгивай. Ты ж сможешь. Не, не хочет. Не хочет запрыгивать. А, все, запрыгнул. Но здесь ничего нет, к сожалению. Жалко. Ладно. Ну, я даже не знаю. Не очень хочу на эту вагонетку вставать, потому что с нее сражаться, не знаю. Ну, погнали, конечно. Но я вот так вот сделаю. Смысл? А может, и никого не будет. Но это крайне маловероятно. Ну реально никого не было, что ли? Да ну. А, вот-вот-вот, пошел замес. Ну хорошо, что я слез с вагонетки. Так, а чё я не попадаю-то по ним? Не понял прикола. Так, эти... Ниндзя, конечно-то, те еще. Засранцы, с ними большие проблемы, по крайней мере, у меня... Ну, погнали дальше. Надеюсь, там жизнь будет или броня. Это сразу же уничтожаем на всякий случай. Понятно. Ну, где ты там? Так, готов. Бежит, бежит. Спрыгивает. Ох, а кто это там такой? Это большой рыцарь, да? Или кто это там стреляет? Короче, опасный чувак какой-то впереди. Смотрите, маг какой-то. Или это рыцари так могут издалека стрелять? Но я не видел, чтобы они так делали. Главное, чтобы у меня за спиной. Не, за спиной уже никого не появится. Блин, попал. Так, это опасно. Ну вот, смотрите, он взорвался. Просто у него рейндж фантастический. То есть он просто... За километр может тебя уничтожить. Спускаемся. И обязательно спускаемся еще ниже. Почему? Потому что я здесь нашел кое-что, что нам сильно поможет. Для этого нужно быстро пропрыгать вперед. Там будет супер броня. Отлично. Ну, теперь есть надежда. Небольшая, но надежда есть. Все, поднимаемся. Доезжаем.
ну, практически уже до вот этой двери. Так, я все сваливаю. Дальше я иду сам. Непонятно, почему здесь звездочки не доходят. Бред какой-то. Даже на этих засранцев я потратил броню. Ну ладно. Ну и основной замес, конечно же, будет вот здесь у нас. Ну что, пошел замес. Готов. Пока что я тут буду стоять, отбиваться от них. Как-нибудь, я не знаю. Вот главное вот этих душить сразу же. Это главное. И уворачиваться еще от дальних выстрелов. Видите, вот он колдует там, короче. Ну, пока что окей. Пока что получается. Даже неплохо, вроде бы. Так, нет, попал. Да что ж ты... Все, я сваливаю. Я сваливаю. Да они сами, между прочим. Если кто не видел, там... После того, как... Блин, жестко, жестко. После того, как, короче, маг свой каст сделал, он, короче, почему-то умер. Но мне это на руку. Так, готов. Еще готов. Ну, давайте, идите сюда. Пока я живой. Так, опять кастует издалека. Хоть не страшно. Так, держите гранатки. Готов. Можно, конечно, к ним подняться там. Ну что, бегут они ко мне? А ни хрена, кастуют издалека, короче. Ладно. Делаем набег. Готов. Опять готов. Берем патрончики. Так, ну все, шикарно. Небольшой передых. Неплохо справились. Единственное, сейчас надо смотреть. Вот кто меня дубасит. Понятно. Так, отлично. Давайте просто посмотрим, сколько осталось их. Их 7 штук осталось, представляете? Это жесть. Так, ну одного я вижу, он там вот находится. Так, держи. Кто-то еще? Угу, вот он. Опять здесь же появился. Вон там я вижу, чувак стоит. Готов. Так, может здесь еще кто появился? Не, здесь никого пока. С этого фланга смотрим. С этого фланга тоже никого. Слушайте, это сейф. Представляете, я где-то с пятого раза прошел. Ну а где этот сейф-то?
Как на него? Ну, только с вагонетки, наверное, правильно? Я просто не знаю, как еще запрыгнуть. Ну, пока не получается. Где сейф, ребят? А, ну все, вижу, где сейф. В противоположной стороне побежали. Ну что, нам предстоит еще одна, наверное, битва. И будет конец уровня. Так, все рушится. Опять нам дают оружие, между прочим. Я не хочу это оружие. Возьму наш старый добрый голомет. От слова коломет, если что. От слова кол. А не то, что вы думаете. Ну вот, и... Так будет попроще, мне кажется. Так, ну вообще это подстава, ребят. Честно. Да это пипец. Своим... Вот этот вот камикадзе, когда делает... Харакири свой, то вообще, конечно, трэш полнейший, потому что смотрите, сколько у меня здоровья осталось. Просто посмотрите. Так, ну это сейф. Но, ребят, дали бы вы мне это, жизнь что ли? Не, могу, конечно, слезть, там побродить. Но вообще стоит это того, это большой вопрос, конечно. Не хочу я туда слезать. С моим запасом здоровья, но вполне возможно, там будет секрет. Не, ну это крышка мне. Все, до свидания. Здесь нереально. Пробуем еще раз. Вы видите, да, что происходит? А что это за бред? Вот так работают старые игры. Но я не сохранялся тут, ребят. Если что, тут автосохранение работает. Ну... Не очень, конечно, прикольно. Я так понимаю, что... Вот этот еще более-менее нормальный сейф. Следующий уже будет... Крышка полная. Поднимаемся. Так. Все рушится. Берем патроны. Ну, бесполезная пушка, смотрите. Насколько бесполезная, да? Главное тебя не подпускать сейчас ко мне. Как же ты достал, ребят. Даже не представляете, как мне этот самурай достал. Ну ладно, справились. Не, кто-то еще. Понятно. Ну отлично. Допустим, кое-как мы справились. Так, проходим, проходим. А я знаю, кстати, почему тут автосейп убивает. Знаете почему? Потому что из-за того, что FPS работает, как я не знаю что, при загрузке вот эта вот хрень, она просто на самом деле придавливает тебя якобы плитой, и ты погибаешь. Вот и все. Ну ладно, пробуем. Ну
Ну опять, видите? Вот смотрите, сейчас будет сейв. И я... Ну видите, да, что происходит? Вот, потому что, видите, в левом верхнем углу ящик висит в невесомости. Вот весь пейнкиллер на современных компах. Вот так я и мучаюсь с большинством, наверное, игр, которые вышли там, не знаю, в нулевые, в 90-е. Они все практически проблемно идут на современных ПК. Ну ладно, надо себя, как говорится, пересилить. Ну видите, да? Ладно, окей. А вот эта вот загрузка работает нормально? Не, то же самое. Пробуем. Так, кажись, самурая, кстати, можно раздолбать, да, когда он харакири себе делает. Я правильно понимаю? Если я правильно понимаю, то это немножко облегчит нашу ситуацию. А если я вот так пойду, то что будет? Я ж могу обойти все это дело. Ну, допустим. Ну и все. А, я сюда не зайду. Ну, окей. Ладно, возвращаемся. Я надеюсь, здесь будет без приколов. Сейчас мы это место пройдем. Да, его можно. Ну как можно? Вот сейчас я не успел, короче. Я не знаю. Нет ни пулемета, ничего такого, что спасло бы меня. Я выжил. Это жесть. Так, все, я сваливаю. Так, ну окей, я пока жив. Пейнкиллер хочет просто, чтобы я, походу, умер. Так, ну отлично. Короче, да, я немножко тупил в плане то, что самурая можно добивать. Это облегчает, конечно, задачу, чтобы он там не взрывался. Так, идем вперед. Ну иди сюда, что ты там стреляешь издалека? Готов. Все, сейф. Замечательно. Блин, это что такое? Нет, не нравится, ребят. А, ну можно вот так вот сделать. Тогда он медленнее. Давайте помедленнее будем. Потому что врываться на арену не очень хочется. Понятно. Ну не, вот прикольно, конечно, придумали. Просто шикарно. У меня 13 жизней, конечно, остается. Но это, конечно, повеселило.
Так, а теперь главный вопрос. Главный вопрос. 40 штук их осталось. Жизнь. Блин, круто. Куда мне идти-то? А, ну понятно. Все понятно с вами. Здесь будут какие-нибудь приколы, интересно. Вот если бы вот эта хрень не статичная была, а что-нибудь там дергалось, то бы я бы точно бы эту игру бы сейчас ударил. Почему? Потому что, ну, короче, посмотрите первый самый видос. И уровень с мостом, где мост трясся, и я не знаю, чудом каким-то прошел, прыгая на нем. Так, ну кто нас встречает там? Делегация будет? Всяко же должна быть делегация. Лучше бы они сейв дали, если честно. Потому что второй раз вот это вот проходить не очень хочется. Так, окей. Не, я, конечно, сохранюсь. Спасибо, я сюда даже поднимусь. Вдруг тут секрет какой-нибудь. Патрончики. Ну, должен быть какой-нибудь секрет, я уверен здесь. Это ж секрет. Давайте заценим вообще, сколько мы секретных местов. Секрет. Два из шести, между прочим. Так-то. Не самый плохой результат. Сейчас у нас есть броня и жизнь. И патроны мы взяли. Все, спускаемся. И идем в последнюю зону. 40 врагов. Вот эти вот монстры, они как-то не особо вписываются в концепцию пейнкиллера, если честно. Какие-то мутанты. Ну, в том плане, что, я не знаю, как будто их спешно придумали дизайнеры. Броня обязательно. А, мне уже не лезет броня. Так, ну окей, кто там наверху у нас ожидает? Давайте сюда заценим, посмотрим, что здесь. Здесь босс, что ли, будет? Или что это за звук? Как будто сейчас кто-то сюда бежит. А, ну понятно. С другой стороны тоже, да, они? Нет, пока что. Ну окей, пока живем. Ну, вот гранатки мне помогают, реально. Гранатки — это очень хорошо. Не очень страшные монстры, на самом деле. В том плане, если приноровиться их истреблять, то в целом все окей. Если бы я еще не застревал бы в текстурах, было бы все вообще шикарно. Ну, я так понимаю, это последняя волна. Я даже рад, что она такая в целом простенькая.
Ну все, да, это последняя волна была. Уровень крутой, уровень сложный очень лично для меня. Где-то я пригорал. А самый эпичный момент, конечно же, на мосту. Именно битва. Но немножко из-за багов было еще сложнее. Ну, давайте по традиции еще один уровень захватим. Почему нет? Ну, я карты, кстати, не использовал. Ну, ладно. Так, слушайте. А это практически предфинальный уже уровень. Он называется «Город». Давайте заценим. Дальше уже битва с боссом. Сразу же чекаю сейчас сколько. Ну, 141. Окей, 141. Пройдите уровень, используя только колье. О, прикольно, слушайте, такое средневековье. И музон подъехал. Ну, будут какие-то рыцари сейчас, наверное. Ну, колья так колья, но у меня 20 кольев осталось. Как я смогу использовать только колья? Вы дадите мне столько кольев, ребят? Ну, это несложные соперники, если честно. Ну, лично для меня. Так, вы дадите мне коле? У меня уже заканчивается. А, вон коле, кстати. Так, кто еще? Прикольный музон, знаете, такой миксованный. Как будто в город, в который чума. Мне кажется, идея была в этом. У дизайнеров. Так, ну я беру коле. Спасибо за них. Это мне нравится уровень. Мне кажется, он будет такой для меня более расслабляющий, чем предыдущий. Ага, видите, такой крестик. Но это реально, короче, по задумке авторов, вот этот город, он переносит какую-то холеру, чуму. И типа на дверях такие вот рисуют, чтобы не входили. Так, у меня 42 еще колышка осталось. Да, вешать, видите, тут повешенные какие-то. Прикольно. Так. Патроны обязательно. Меня, кстати, разок сейчас попали. Сейф. Круто. Прикольный очень саундтрек. Отель. Водка. Непонятно, другие слова нечитаемые. Атмосферно. Что-то, знаете, такого. Захотелось такой стилистики пройти какую-нибудь игрушку. Средневековый. Как вы достали, ребят? Ну, вроде бы справляемся. Правда, у меня 25 здоровья, если что, осталось. И это не есть хорошо. Здоровье мне упорно не дают.
Так. Вот знакомые тоже ребята ползают. Помните уровень больницы? Вот они. Что ж я не могу попасть-то? Так, ну сотка. Сотка их осталась. Готов. Глаз да глаз нужен, конечно. Я другим оружием тоже не разбиваю эти гробы, потому что мало ли. Так, ну потом-то мне куда? Непонятно, сюда что ли? Не, сюда нельзя. А, ну сюда, понятно. Ну, соперники не тяжелые вовсе. А это что за хрень? Блин. Че это за ведьма какая-то на метле? Ну вот с ней будет сложно с таким оружием справиться. Попал. Но по стилистике охрененно сделано. Вот этот вот монстр. Реально какая-то баба-яга на метле. Так. Водка. Пиво. А это по-польски, да, я так понимаю? Алпага. Что такое алпага? Можете написать в комментариях. По-моему, это по-польски, да, что-то? Или по-чешски? Может, по-чешски? Так, ну еще на балконе стоит. Ну, отлично. Очередной сейв. Берем. Блин, я сейв пропустил. Да вы прикалываетесь, что ли? Это очень плохо. Не хотел его пропускать. Ну ладно. Теперь придется затащить. Можно вот так пойти по этой улице. Так, кто-то наверху есть? Но вроде бы никого нету. Вот почему я сейчас не попадаю? Вот большой вопрос к товарищам-разработчикам. Опа, это что за прикол? Все рушится. Ну, ровно половину мы убили, кстати говоря. Подберу золото. Почему нет? Патрончики. Опять гробы. Они, кстати, уже не рушатся. Это как декорация получается. Ладно, допустим. Ну блин, вывески могли бы разнообразить. Это уж... Либо весь город пил только водку и пиво, либо дизайнеры уровня немножко схалтурили. Уже четвертая, наверное, вывеска одинаковая. Так, ну погнали. Понятно. Да не, не очень страшно, ребят. В целом-то...
Поэтому и гробы-то не взрывались. Потому что в них кое-кто-то сидел. Ну, прикольно, прикольное решение. Достаточно неожиданно. В целом, на этом уровне я пока кайфую. Это как вот, не знаю, вот после сложной миссии сразу же так расслабиться, в удовольствие поиграть. Они как будто, знаете, чередуют какую-то напряженную миссию с более такой слабой. Ух ты, смотри, там какой-то стоит шаман на подиуме. Видите, да, его? Ну, держи. А он не убивается. А как его убить-то? Что-то я пока не понимаю, как его убить. Его вообще можно убить? Понятно, он швыряется. Пока я не представляю себе возможности его как-то убить. Пока не пойму. Броня. Так, все рушится, окей. Давайте попробуем. Но это бесполезно. Давайте вот этих хотя бы прихвостней убьем. А, можно. Слушайте, можно его замочить? Ну ладно, тогда окей. Убиваем прихвостней. Но там же было два шамана, правильно я понимаю? Или один. Не всегда я понимаю, почему патроны. Да, там второй где-то ходит. Справа он, наверное. Не всегда понимаю, почему иногда патроны сквозь врага пролетают. Так, шаман. Сейчас мы тебя уничтожим. А еще и бабки. Да вы что, прикалываетесь, что ли? У меня, кстати, заканчивается оружие. Между прочим. Ладно, давайте. Шаман готов. Пипец, они меня закидывают, конечно. Так, бабка летает. У меня два здоровья осталось, если что. Я почти труп. Так, а сзади-то что-нибудь есть? А, ничего нету. Не попал. Все. Пробегаем. Я ищу тут патроны хоть где-нибудь. Но пока нифига не нахожу. Не попал. Так, еще труп. Так, бабка. А, вот патроны, господи. Все, отлично. Все, сваливаем. Ждем бабку. Блин, вот засранство.
Вот она. Ну это жесть, я не знаю, как по ним попасть. Так, готов. Очень сложно по таким мишеням попадать. Что ж ты будешь делать, а? Так, еще минус двое. По бабке я не попал. Ладно. Готовимся к следующему забегу. Слушайте, они появляются, появляются. Да что ж ты... Да блин, бабка. Это жесть какая-то. Я не знаю, как по ней попасть. Крайне неудобно. Так, ну смотрим, где эта бабка. Да это жесть. Ну, я не знаю. Коля слишком медленно летает. Пока что вот битва с бабками самая сложная. Так, раз. Хорошо. Последняя осталась. Все. Но мне повезло, окей. Ну как повезло? Один остался. Ну, то есть вы хотите сказать, там босс какой-то будет? Спускаемся. Слушайте, один враг остался? Там что, какой-то босс будет или что? Пока непонятно. Ну, я с двумя здоровьями особо не повоюю, конечно. Так, ну. Блин, что-то я немножко это... заблудился. А, все, дошел. И кто это? А, это шаман. Еще один. Так, ну, я спрячусь. Держи. Готов. Ну что ж, это было круто. Сейчас мы узнаем, какую карточку я, по идее, получу. Что за карта? Двойное ускорение. О, мир замедляется в 4 раза. Офигительно, если честно. Надо подумать. Но стоимость большая. 300 монет. Все. Дальше уже болото. Это финал, получается, этого акта. Ну что ж, уровни офигеннейшие. Заснеженный мост, конечно, меня немножко вывел из себя некоторыми моментами. Но вот Чумной город, это просто офигеннейший уровень. Кто согласен, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, скоро продолжим. Впереди, я думаю, да что ж я думаю, я уверен, самая развязка, нужно успеть все пройти или максимально пройти до выхода Робокопа. Так что подписывайтесь, комментируйте, я читаю все, отвечаю. Увидимся. Пока-пока.